Господин полковник, я что-то нашел. Минатак, вид, допишите его. Рука, я дам один грамм. Усадок пуна пал нема. Елена и Жан-Гаэль вошли в огромный, почти квадратный зал. В отличие от туннеля, он был ярко освещен, нарядно убран, и стены тут были ровные и гладкие. Елена ахнула. «Ах, как красиво! Да, это наша гордость! К сожалению, нам приходится проводить тут все больше и больше времени. Как видишь, этот зал предназначен для больших собраний, но нам он служит и столовой, и спальней, настоящее убежище». Два десятка музыкантов успели зайти в зал перед ними, еще человек 40 толпились в туннеле. «Когда все войдут, мы закроем огнеуборную дверь переходного отсека». Хотя дракону по подземному ходу не пройти, но на всякий случай. Жан-Гаэль устроил Елене настоящую экскурсию по убежищу. Роль гида явно доставляла ему удовольствие. Немножко странное занятие при таких невеселых обстоятельствах, но Елена сочла, что это хороший приз. Жан-Гаэль явно был уверен, что тут они в полной безопасности. Елена ему не перечила. В конце концов, так проще и удобнее. Не будет же никто возражать человеку, влюбленному в свой автомобиль. Пусть думает, что его машина самая лучшая, самая быстрая, и что все от нее в восторге. Вентиляция выходит прямо на поверхность, но отверстие замаскировано. У нас есть запасы воды и пищи, независимое электроснабжение за счет геотермических батарей. Звуки отсюда наружу не проходят, а внутри постоянно поддерживается тепло. С помощью радаров мы ведем наземное наблюдение. Видим, есть ли поблизости чужие. Вся аппаратура устойчива к высоким температурам. Вот сейчас, видишь, в соборе полное затишье. Зато на востоке заметно значительное движение. А что там на востоке? На востоке находится страна туманов. Оттуда приходит королева Тереза со своими драконами и наемными солдатами. «Значит, это туда увели моих родителей?» – вслух подумала Елена. Ей ответил чей-то голос. «Да, а сегодня еще двое попали в плен. Сюзанна Сервьон и Уолтер Эндрю». Ей ответил чей-то голос. «Да, а сегодня еще двое попали в плен. Сюзанна Сервьон и Уолтер Эндрю», – говорила Меган Робертс, альтистка, которая выполняла очень тягостную обязанность, переписывала присутствующих. Кроме того, мы потеряли Мишеля Ромблю и Жака Штелье. Как потеряли? Они оказались на пути дракона, когда он ворвался в собор. Гордость Жана Гаэля сменилась скорбью. Ему представились лица пропавших друзей. С Олтером они учились в консерватории, делили друг с другом все радости и горести, вместе волновались на конкурсах, дрожали перед экзаменами, ездили в утомительные турне и, наконец, к обоюдной радости оказались в одном оркестре. Олтер исчез. Следующим, возможно, будет он, Жан Гаэль. От этого не спасет никакое убежище.